О-хо-хо, я пришел с планеты Бионика, чтобы вас всех защитить. Всем привет, дорогие друзья, подписчики, зрители и просто проходящие люди. Вы на канале Лего Про или Виктор. Да, ну конечно, сокращенно просто Лего Про, Лего Про. Что я заговариваю сегодня. Да. Помните то видео, когда я показывал вам типа пистолетик Йорка? Да, он сейчас без патронов. О, смотрите. Я вот заметил, видите, эта лампочка, она светится, на самом деле. Вот. Тут надо батарейки, я не пойму где. Видите? На патроне лампочка вот стоит тут. Вот она видно. И видите, она чуть-чуть слабенько светится при нажатии. Отпускаешь, перестает светиться. Нажимаешь, она опять светится, перестает. Вот, все выключилось. Непонятно, что это за лампочка такая, вот батарейки слабо. Или так оно должно типа подсветка какая-то быть при выставке. Ладно, непонятно, да. А сегодня долгожданный Лего Бионика, да. Но, увы, секунду назад. Какой-то дурачок потерял от него наручники. Да, это я. Да, вот такие дела. А нашел только такие наручники. Вот, от Лего Сити полиция. Вот эти мне наручники надо надеть. Ладно, короче, приступим к обзору. Вот такая, видишь, так, помещение шагу снимаю. Культурный мальчик, это культурный мальчик. Да стой, стой же, это нормально. Ладно, давайте сначала посмотрим его оружие. А, давайте сначала посмотрим его оружие. Здесь он встал, кто-то ушел его наручники, должно быть так. Что-то уже комплект фигурки идет. Сначала вот такой странненький посох. Кто обычно такой, типа, пятизубец, не знаю. Ладно, такой. И такой арбалет, типа с прицелом небольшим. Вот такими копьями шпаляет. Ну, прикольный. Да. И сам дядя Федор. Дядя Федор Бионикл. На самом деле. Да. И Кубака повелитель, да, и типа он охотится за вот этой штукой, супер маской прицелом, наверное, так она называется, я сейчас не помню, мультик точно не смотрел, я смотрел, но немножко, это не помню, я точно помню, что у Кубака есть оружие льда такое, вот оно, вот, видите, такое типа огнемет, ну, раньше, в эти детали, это же была фабрика героев давно. Смотрите. Да, я придумал, хотя хотел бы придумать по сюжету, что он сражается с повелителем Спанди Бобом Сквертенс. Да, вот так. Ой. Да, лепится. Поэтому, как бы, Лего создатели еще создали небольшой сюжет, это за такую броню. Да. Точнее, у него это, по идее, броня должна висеть, я не знаю. Я вообще не заинтересован Лего Бионикл был. А вот сейчас мне она, кстати, понравилась. Поэтому, не знаю, может, вот это его была броня специальная, вот это так оно и есть. Потому что как вот это создатель Лего думает даже тогда такого не надо. Вот так она броня. Ему надо было еще найти вот эту детальку. Ну вот это помню, что они искали что-то такие нагрудники. Вот это, наверное, оно и есть. Только может с нагрудником. Я не знаю. То есть, это... Сюжет я, конечно, такой знаю чуть-чуть. Ну, дети могу рассказать, могу историю небольшую сделать. Но я такое смотрел одно видео, искал набор старый Лего Майнкрафт 15 года. Это снежная застава, нет. Снежное укрытие, да, старый набор. Искал его, и был такой мальчик, который рассказывал сказку с этим набором. Где-то так оно и есть, наверное. Вот он.
Кубака. Давайте я вам расскажу небольшую комедийную сказку. Идет Кубака, идет. Сразу видите функционал. Идет. Вау, смотрите, какая классная поза. А я понял. Не, я не буду сказку вам рассказывать, извините, я не хочу просто. Смотрите, я понял, с этим Кубакой можно делать разные позы. Типа такой. Такой. Типа он пинка как будто дает хорошенько. И в лицо, типа, вырыло. И рука отрывается. Да. А давайте я сейчас... Не переключайтесь. Сейчас прикольную позу придумайте. Главное, не переключайтесь. Да. Ребята, долго думал и гадал. И, наконец, придумал. Пожалуйста. Вот это мое произведение искусства. Кубаку кого-то хочет выставить. Ой, он упал. Давайте вот так, наверное. Вот. Вот это мое произведение искусства. Да. Такого Кубаку можно что только истреблять. Да, ладно. Я придумал. Это мое видео будет вторая часть, как я делаю с ним небольшие сценки, потому что с ним я посмотрел много классных сценок, но это не классное было. Ну, я имею в виду не классных, а вообще много сценок можно сделать. Вот я вот сниму такое видео под музычку. Типа ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Да, я скажу, что это вторая часть, сразу будет за этим видео. Не переключайте. Все. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока! До скорых встреч. Ждите вторую часть.